петроградский голодный мальчишка, беспризорник, бродяга и вор. С ним лихой комиссар, сам такой же парнишка, начинает в ЧК разговор. Был воспитан на медные деньги, чуть подрос и пошел воровать. «Ты в тюрьму меня брось», — говорил беспризорник, «убегу и попробуй поймать». Москва воронишь, не догонишь, горсть сухарей да в 100 грамм посошок. Коль жизнь копейка, доля злодейка, а дом товарняк, что на Дальний Восток. Все чекисту знакомо до боли, сам такой он еще не забыл. Как донских лошадей от ерма и неволи из степных табунов уводил. И тогда он открыл все засовы, на прощание бродягу обнял. Будь свободным, найди себе хлеба и крова, как нам горький Максим завещал. Москва, Воронеж, не догонишь, горсть сухарей да в 100 грамм посошок. Коль жизнь копейка, доля злодейка, а дом товарняк, что на Дальний Восток. Ладогу кроет, лет ушедших блестит серебром. Стал вождем комиссар, стал он трижды героем, а бродяга в законе вором. Оборванец с гармоникой старой, легкий сердцем и чистой душой. Все идет и идет по старинным бульварам за своей кочевою звездой. Москва, Воронеж, не догонишь, горсть сухарей да в 100 грамм посошок. Коль жизнь копейка, доля злодейка, а дом товарняк, что на Дальний Восток. Москва, Воронеж, не догонишь, горсть сухарей да в 100 грамм посошел. Коль жизнь копейка, доля злодейка, а дом товарняк, что на Дальний Восток.